Мой путь неизведан, он бездне туманной. Он сам себе предан, покрыв себя тайной. В зале ушел, сегодня пусто. Старому учителю немного грустно. От прежних учеников только фотографии остались. А сами они кто куда разбежались. Амурные дела и семейные заботы, интересные увлечения и денежная работа. Мир полон блистающего разнообразия. Так и тянет на всякие безобразия. Но делать нечего. Раз некого ждать, пора самому урок начинать. Толкать тяжелое колесо дхармы, чтобы избежать нехорошей кармы. Раскрутил суставы, мышцы размял, небо потолкал, столбом постоял. Повторил способы ног и рук. Круг вписал в квадрат, а квадрат в круг. Технику ножа разложил на 8 сторон. Мешку с песком нанес приличный урон. Железную палку в разных плоскостях покрутил. И глубокое дыхание поделать не забыл. Ставил приемы на деревянном манекене. Вел упорный бой против собственной тени. Отжимался на кулаках, приседал, качал пресс, бегал по кругу, гонял лишний вес. После тренировки грусть как туман испарилась. В жизни опять новая цель появилась. В сумраках разума проблеск возник. И тут в зал зашел ученик. Пришел забрать кое-какое барахлишко. Футболку, кроссовки, спортивные штанишки. Видит, учитель разгоняет облака. Ну-ка, спрошу кое-что у старого дурака. Ученик спрашивает. Ответь мне, Лао-Шифу, зачем ты так упорно стремишься к гунфу, в то время, когда вся страна рубится за бабло, стоять столбом как-то западло? Можно купить дорогую тачку, в швейцарском банке сделать заначку, полететь в Австралию или на Гоа. Зачем тебе эти странные багуа? Можно сделать карьеру на государевой службе, сильными мира сего быть в дружбе, а может, кто знает, и сесть на трон. К чему изучать дао-канон? Ведь ты, учитель, всю жизнь пашешь, а на хлеб фигу с маслом мажешь, постиг в совершенстве тайдзи и бафан, и в результате пустой карман? Кулачный бой в наше время не так важен, и будь ты умен, силен, отважен. Но бомбы, ракеты и огнестрельное оружие делают все это не очень нужным. Так что толку стремиться к призрачному совершенству, вместо того, чтобы познать блаженство и уже сегодня взять от жизни все, что можно, а не биться над вопросом, что истинно, что ложно? Оставь даосизм. Работай на благо государства. Это реальность, а не 3-9 царство. Накопишь деньжат, в миру прославишься, в памяти людей надолго останешься. Смотри, молодежь ныне продвинутая какая, как где что украсть быстро соображает. Счастье любой ценой, вот приоритет. А ты даже ни разу не зашел в интернет. А ведь интернет — это сегодня реальная сила. Может дать тебе все, что сердцу мило. Юзеры, блогеры, вот молодцы. А ты рассуждаешь о какой-то ци. Так что выходит, ушу — это бред. С ним не заработаешь на сытный обед. Ученики разбегаются в поисках лучшей доли. И ты один в поле не воин. Посмотрел старый мастер на молодого ученика. Седую бороду потеребила рука. Ты прав, конечно, все так и есть. Мир так устроен, деньги или честь. Служение дао совершенно бескорыстно. Жадному человеку даже мысль об этом ненавистна. У кого нет в душе ничего святого, никогда не познает ни дао, ни бога. Пусть побеждает мир пластмассы, кремния, силикона. Человек вытирает ноги о вселенские законы. Одно получаешь, другое теряешь. Ты в рабстве живешь, но об этом не знаешь. Гунфу не цель, а средство для достижения свободы.
и это может занять многие-многие годы. Возможно, и жизни на это не хватит. Но лучше умереть в пути, чем в кровати. Жизнь нам дана ведь не просто так. Подумай, ты же не совсем дурак. Да, увечно, а человек нет. И тут не поможет никакой интернет. Как бы ни был человек упрям, все равно он пойдет на корм червям. Как бы ни был он умен и хитер, участь одна – погребальный костер. А за деньги, золото и прочие ценности не купишь ни любви, ни дружбы, ни искренней верности. И счастье не вещь руками не схватить. К чему тогда столько золота копить? Я не знаю других более важных дел, чем путь сердца за последний великий предел. Одна вещь есть в мире по-настоящему замечательная. Свобода духа абсолютная и окончательная. Учитель договорил и продолжил упражнение. Настало время в воде движения. Невидимый шарик толкает рука. И тут словно током ударило ученика. Свет истины развеял неведение мрак. Боже правый, какой я был дурак! Отбросив шмотки и сомнения, он встал на кулаки. А вы что ждете, умные ученики?